19-й чемпионат по автомногоборью по традиции проходит на автодроме возле здания ГИБДД. Калининград, Москва, Казань, Санкт-Петербург. Более 50 участников прибыли из разных регионов нашей страны, чтобы показать мастерство вождения автомобиля и безупречное знание правил дорожного движения. Возраст участников от 12 до 17 лет. Ребята прибыли сюда, видимо, не простые, а это коллектив от всех регионов, самые лучшие. Ну, я не сомневаюсь, что действительно сегодня победит сильнейший. Первый день ребята соревновались в упражнениях комплекса «Классика-1». Необходимо было выполнить, казалось бы, простые упражнения, знакомые каждому автомобилисту. Но так как задания выполнялись на время, то испытания получились зрелищными и даже экстремальными. Начинают они заниматься этим уже с раннего возраста. Уже в детских садах проводятся занятия с детьми. А в начальной школе учатся они как юные пешеходы. Дальше, уже как юные велосипедисты. И вот наступает тот момент, когда необходимо и важно детей приучать правильной эксплуатации транспортных средств. И поэтому вот на закрытых площадках, в автошколах, в детских клубах, секциях проводятся занятия для них. Они изучают правила дорожного движения, устройство автомобиля, правила управления, безопасное управление транспортным средством. После практических заданий проверка теоретических знаний. И здесь ребята на высоте. Правила дорожного движения участники соревнований знают безупречно. Совместная работа ГАИ и общественных организаций приносит ощутимые результаты. Этот спорт, он помогает, ну, культуру вождения, так сказать, вырабатывает в детях. Поэтому вот пропагандируем, стараемся как можно больше этим заниматься, больше детей вовлекать. Совместно с ГИБДД работаем. То есть они нам помогают, мы им помогаем. Поэтому мы считаем, что это очень нужное дело в стране, потому что машин очень много. Окончательные итоги соревнований подведут сегодня вечером. За первое место в командном зачете среди региональных отделений ВОА юные автомобилисты будут награждены специальным кубком и ценными призами.